И да, ребят, сегодня у нас будет зомби против растений. О, да. Я еще давно хотела, если честно, эту игру снять, но не получалось. А тут под Новый год то, что надо. Как раз зеленые огоньки, зеленые зомби, ну и так далее. Ставили вот это сразу же на первый ряд, как логично же там. Давайте, солнышко, давайте. О боже, ребята, вы только посмотрите, первые зомби, о нет, так, давайте. Вот так вот надо этих дурацких зомби, да? Опять же, третий первый съем стоит. Я одно понял сейчас. То, что после этого овоща или что это, будут выходить газы. Так, давай, зомби этих, вали, вау, у нас уже что-то новенькое вышло, так, и что же это? А, это подсолнух, он нам, по-моему, подожди, нам за солнышки нужно покупать то, что выдает солнышки. Собираем наши солнышки, сейчас на данный момент, это очень, блин, так, тихо, а ну, ты чё это, зомби хотел так вот пройти, такой, я ваш, просто сюда идём. Вот тоже поставим, вот так, так, вот сюда. Это я после Нового года. Это и на это вот сюда вот еще одно солнышко поставим. У нас будет вот так. Солнышки, горох. Ну пока что у меня так не получается, как бы. Да, потому что. Так, хорошо, давай. Тут вообще уже целых два горохострела. Ребята, это довольно круто. Так, не ешь его. Замечательно. Все, ребята. Так, вот сюда вот ставим еще. Давай у него, да! Yes! Я вот помню, там еще какой-то грецкий орех был. Он вообще прямо очень крепкий, прямо пушка крепкий, прямо отвечает. Волна, так. Самая последняя и самая жесткая волна. Ну ладно, ребята, это все-таки первый уровень, первая волна, значит, будет все хорошо. Так, быстренько, Я, видимо, недооценил первый уровень. Ну ладно. У нас опять что-то новенькое. Ребята, смотрите, у нас какая-то вишенка на торте. Да, так, смотрите, чёрт. Ну, я помню, если честно, ребята, я уже очень давно играл в растения против зомби, поэтому я только чуть-чуть помню. И тут черри-бомб. Бомб, я не знаю, что это такое, но черри это ягода. Да куда вы уже так быстро, блин, а? Куда так быстрее, пожалуйста, выдавайте мне всякие вот эти вот приколюшки, вот эти вот солнышки, так, быстрее. Бум! Вот так вот тебе, так. Ну что ж, берем. Не, я, наверное, подсолнух этот пока что брать не буду, как бы он не нужен пока что. Сейчас я, наверное, возьму побольше вот этих вот горохострел. Ну, нам сейчас по-русски, конечно, нужно. Ребята, вот быстро вот так вот, и все, себе бух. Так, мне вот интересно, что этот черри делает, нам сейчас вот накопить. Так, видим? Так, ну что ж, у нас есть в запасе вот это вот черри-бум. Давайте вот сюда вот ее поставим и... она, короче, взрывается. Она, ее нельзя ставить, она просто сразу же... Понимаете? А вообще, ребят, я вам хочу сказать, с наступающим, с сегодняшним, скоро Новым годом, так сказать, да, я это так называю, что нормально. С наступающим Новым годом, чтобы в следующем году у вас все было просто прекрасно. И еще в следующем году, и вообще в жизни у вас было все хорошо. Чтобы у вас на пути были только хорошие люди, никто вас не обижал. И чтобы вы никого не обижали. Ребята, самое главное, чтобы вы не делали плохое. И это будет к вам возвращаться. Делайте плохое, будет плохое. Делайте хорошее, будет... еще больше хорошие, ребята, делайте хорошие поступки, и к вам это вернется. А также нужно быть подписанным на мой канал, на канал Dominican Channel, чтобы быть самым счастливым. Ну а на этом пока!